на строительство амурского ГПЗ только местных амурских компаний задействовано порядка 70 компаний. Это разные сферы. Очень большое количество компаний задействовано на сфере обслуживания. Логистические компании обеспечивают поставку необходимого материалов для строительства. Также у нас очень широко представлены местные компании, которые обеспечивают нас питанием. Компании в основном по питанию, допустим, в основном задействованы свободинские предприниматели. Также у нас очень хороший опыт с крупными компаниями Амурской области. Это, в частности, это дорожно-строительные предприятия, которые нам, там, компании, всю дорожную сеть это построили они. Компании, которые осуществляют подготовительные работы, они очень большую помощь нам оказали на начальном этапе и сейчас продолжают это делать на строительстве АГХК. «Газпром» уже помогает, я вам уже говорил, что порядка 70 предприятий уже работают. Все у нас открытые полностью конкурсные процедуры, в которых могут участвовать все. Мы никого не запрещаем. Есть определенные требования, по которым должны подходить они нам. Вот, поэтому бизнесу надо быть также более юридическими, быть подкованными, иметь нормальных специалистов, грамотных, которые могут нормально подготовить просто даже конкурсную документацию, чтобы участвовать нормально в торгах. Многие, кто работают, они поначалу не понимали этого. Сейчас мы просто видим динамику, они вникают, готовят хороший пакет документов, участвуют, успешно выигрывают и работают.